С 2016 года в Люберцах реализуется губернаторская программа «Мой подъезд». Благодаря региональному проекту в округе отремонтировано несколько тысяч входных групп. В этом году работа продолжается. Наша съемочная группа побывала на одном из объектов, который попал в программу. Дом по адресу Пионерская, 2 построен в 1962 году. В советской пятиэтажке в основном проводили локальные работы. Но уже давно подъезды этого МКД требовали масштабного ремонта. Для того, чтобы придать им новый облик, понадобилось чуть больше месяца. Сейчас очень красиво, сейчас красивый цвет. Мы сами выбирали цвет, в котором нужно нам было покрасить. Ну и так все достойненько сделали очень. Подъезд стал намного комфортнее, уютнее. Входишь, все свеженькое такое. Работу завершили здесь совсем недавно. Еще стоит запах свежей краски. Кроме косметического ремонта стен и потолков, в подъездах заменили напольное покрытие, тамбурные двери, светильники, почтовые ящики, электрощиты, информационные стенды. Конечно же, сейчас это уже очень такое интересное место. Приятно возвращаться домой, утром уходить на работу. Также мы работу будем эту продолжать и в последующем, не будем на этом останавливаться. Но на этом преображение не завершено. Жителям предлагают украсить подъезды праздничной символикой, посвященной 400-летию Люберец. На выбор предоставили несколько вариантов. Мы даем предложение жителям. Жители сами выбирают, где, на какой стене в подъезде размещать данные праздничное оформление. То есть как вот определяться жители, мы даем только предложение. Это формат, это какая стена и какой материал для нанесения. Всего в этом году в городском округе Люберцы отремонтируют 141 подъезд. Ознакомиться с адресами этих объектов можно на сайте администрации. Луиза Егиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.